surprise. I'm overthinking again. I thought I knew what I believed, but it changed again last week. I swear I try. I don't understand how you're always consistent, when honestly every day I'm feeling different. But when we're alone at my house, you're painting my nails on the couch. The only thing I'm thinking is I don't wanna ruin this. On Monday I knew what I wanted. It's Friday and I think I lost it. I want it to last forever, so I'm trying to get myself together. On Tuesday I thought we might end it. By Wednesday I knew I'd regret it. But I ain't giving up, not ever. I'm learning how to love you better. Сегодня 21 августа 2021 года. Мероприятие у нас «Свадьба с Надеждой». День нашей свадьбы, который мы очень долго готовились. Хотели, чтобы все было на высшем уровне, чтобы всем все понравилось. Ощущения отличные, все красиво, все хорошо, погода позволяет. Познакомились мы в интернете, наткнулся я на страничку, соответственно, написал. Прогулялись, пообщались, нашли общие интересы. Живем в одном районе, жили, гуляли каждый день. Общую музыку, которую слушаем, также. Вот, ну и так начали общаться, начали встречаться, отдыхать, гулять. И вот сегодня мы здесь. Про предложение я решил ей сделать в ресторане «Сенкевич». Но прежде чем сделать, мы с ней покатались по всему городу. Соответственно, Надежда очень уже устала этому. Я подозревала это. Вот, он пригласил меня в ресторан «Сенкевич» вечером на полгода нашего знакомства. Мы поехали туда. Нам, когда пришли, нам посыпали стол лепестками роз. Потом мы заказали что-то. Потом он отлучился и говорит, я сейчас подойду. Его нету, нету, я волнуюсь. И потом буквально проходит несколько минут, он зашел в зал с огромным букетом роз. А под живую музыку, встал на колено. И она, конечно же, сказала «да». Было очень романтично. Я очень благодарен судьбе, что она меня связала именно с тобой. Вот, и также хочу сказать, что я тебя люблю. За неделю до свадьбы, наверное, сон как рукой сняло, конечно. Переживали очень сильно. Сначала Леша говорил, а что переживать? Как бы, что такого будет, что изменится? А сегодня сам. Волнуется очень сильно. Надеемся, что всем все понравится. Надежда очень веселая, очень энергичная, вкусно готовит, хозяйственная. И за это я ее очень люблю. Хочу сказать тебе огромное спасибо за то, что ты у меня есть. Ты самый-самый лучший, ты об этом знаешь. Я тебя очень сильно люблю. Здравствуйте, друзья! Сегодня 21 августа, свадьба у двух прекрасных ребят, Алексея и Надежды. Мы их поздравляем, желаем им огромного счастья и любви, и мы начинаем! Поехали! Объявляю вас мужем и женой. Shine.
are ringing. Children playing in the park while birds are singing. I am walking, and I am laughing. Life is perfect, I'm not trying, it's just happening. And it's a beautiful day. Children playing in the park while birds are singing. And it's a beautiful day. Больше всего вот порадовало сегодня. Свадьба. Не, ну свадьба-то свадьба, мы рады очень за молодых. Меня фокусник удивил. Вопрос к тебе. С какого возраста можно пить на свадьбе? Сколько лет? Можно рассказать про нашего жениха? Вот какой он? Умный, красивый. Он вообще, во-первых, воспитанный. Он серьезный у нас очень парень. А невеста, вот Наденька, она какая у нас? А? Да она вообще отличная девушка. Мы очень рады, что она попала... В нашу семью, да, получается. Она же Зыкова. Ясно. Да, конвертик такой красивый. Конверт прям такой золотой. Be happy. Don't worry. Жаралган на мыстанках, арман калыкпыз. А за ты жыланда пыз. Не знаю, твердый в своей жизни. Так, твердый, раз. Твердый. Еще. Он тигр. Тигр. На букву У. На У. Ну, умная сразу тигр напрашивается. Как вы думаете, какое бы прозвище придумали внуки нашим молодоженам, вот когда они будут старенькие уже? Старый ворчун. Старый ворчун и? Злая медсестра. И злая медсестра. Вот так вот. I think Алексей is very serious boy. And yeah. Видали, как открылось-то, а? Near people. Что он пытается? Я поддерживаю просто. Любите друг друга, цените друг друга. Сегодня кричал Горько на свадьбе. Да. Он везде был очень-очень шустрый. Ну, она удивила то, что она такая сама хорошая, хорошая хозяйка, такая умничка. Семечки щелкаем, так ей, ну, даем маленькой. А Надя лежит просто себе в кучку так на паласе, нащелкает. Я говорю, что ты их нащелкает? Чтобы, говорит, съесть их сразу. Эта малая подбегает, эту кучку хватает, в рот убегает. Та за ней по квартире с этими... Ой, парень показался такой серьезный, нормальный.